В общем, всем привет. Да, после курса готовим такой вот ужин. Курочка, лучок, томатная паста и гречка варится. Почти правильное питание. Ну а что? Да? Да, все потихоньку. По крайней мере, не жареная картошка, ничего такого. А я вообще в шоке. Я пошла в Альди, купила, сейчас я вам скажу, что я купила сначала в Альди. Купила хлеб по скидке 30%, он стоил €69, по 30%, я не знаю, ну евро с копейками. Потом, что я купила? Огурец за 79 центов, помидоры я взяла, колбасу нарезку и сыр на утро. Ну, чтобы бутерброды перед курсами покушать что-то. И все. А, и руколу, да? Угу. Все, да? Я больше ничего не покупала. Нет. Нет, ну короче, вот, у меня вышло 10 евро, ну 9. 80 чем-то. Соевый соус. Ну, это потом. Так вот, я же говорю. 10 евро оставила Альди. Потом я пошла в Реве. Купила соевый соус. 3,50. 3,50, да? Да. Воды обычно взяла, не газированной. Что я еще взяла? Все. Ну, короче, что-то еще взяла, я же забыла. Не знала, все. А, и гречку я взяла. И, короче, вышло у меня около 9-8 с чем-то. Ну, 20-ка на все про все. Да, 20 евро. За что спрашивается? Я ни мяса не взяла, ну там ничего такого. И вы будете говорить, что типа вот пособие, типа. Так попробуйте сэкономить. Ну, типа, да, сейчас мы готовим. Так готовим на сегодня, на завтра это мясо. Настя, ну не надо. Еще даже оправдываюсь реально. Просто там некоторые там выписывают, типа, вот, этот, не, ну сейчас это выглядит, что жалуешься. Я не жалуюсь, нет, я не жалуюсь. Просто я говорю тем, кто пишет в комментариях, что типа вот мы не умеем экономить. А в чем экономить, если мы даже мясо, извиняюсь, мы его там иногда покупаем, когда скидка. Вот это было мясо. Меньше курите. А так что овощи не есть, ну извините, без овощей куда? Так нехватка витаминов. Да ну, никто в этом не... Ну как, нет. Понятно, кто виноват в этом солнце. Не можешь такие здесь цены. Что помешать? Ребята, вот это реально очень вкусно, так получается мясо. Томатная паста, мы еще сюда водички наливаем, как такая вот подливка получается с гречкой. И вообще класс. Да. Пока доедаем сладости Кевина, ну как доедаем, у нас еще... Конфет куча, две коробки конфет, плюс эта упаковка. Ну, короче, едим сладкое, но скоро и от сладкого так, будем отказываться. Чуть-чуть водички я добавляю. От колы уже отказались, ребята, так что да. Давай, помешаю. И, короче, вот это я захожу в магазин. Ты сейчас захочешь рассказать, что там было? Да, да, сейчас я помешаю, ну сейчас. Короче, такие дела, ребята. Дорого очень, цены поднялись, я не знаю, типа, надо чем-то, конечно, экономить, но сладкое мы себе уже не позволяем. Мы не покупаем сладости. Вот с понедельника, да, мы там, конечно, рацион у нас не такой, мы еще не составили просто правильный рацион. Для себя правильное питание, поэтому... Мы не знали, что вот надо доедать, во-первых, продукты, потому что курица, филешечка одна была, и надо было ее использовать. Поэтому решила с лучком, с томатиком, соль, перец, и вкусненько сейчас гречкой творю. Гречку я, конечно, не буду добавлять масла, ничего, даже солить не буду. И сделаем... Ой, фасоль, или как там вы говорите, называете ее... Не знаю, ну вообще соевый соус желательно. Может, я даже просто жарю, отварю. Отварить я не знаю. Я просто отваренное такое не люблю. Ну, короче, сегодня не получилось у нас на диету, но ничего, начнется завтрашний день. Завтра, может, зайду опять-таки в магазин и буду пытаться как-то экономно какие-то овощи покупать, потому что по скидкам сегодня ничего нигде не было. Просто 20 евро отдала, а неизвестно куда. А еще, ребята, хотела вам рассказать ситуацию. Короче, наткнулась на такую ситуацию, зашла в магазин Реве, и, короче, передо мной, я не знаю, ну, цыганка, не цыганка, но она просто похожа на цыганку, только как у нее юбка, была кофта и ребенок маленький. И они все такие в красном, ну, не знаю, арабка, кто она такая, но для меня она как цыганка. И, короче, захожу я в магазин,
она стоит, ребенок стоит, и они что-то там, ну, выбирали товар, она что-то там вот так стояла, смотрела на эту девочку, так стоит, ну, на свою дочку так стоит, и идет продавец, продавец шел раскладывать товар, и она говорит, типа, показывает взглядом быстро, уходи, выходи, и я думаю, куда выходить, типа, если в среднем магазина, и так, короче, девочка выбегает тупо через, ну, я потом, я была в том месте, где касса рядом. И я потом смотрю, типа, девочка вышла на улицу без мамы, стоит, ее ждет. А я такая не поняла, в чем суть вообще. И мама пошла, взяла себе какой-то продукт и пошла на кассу. В тот момент продавец понимает, что что-то не так, но я не видела перед этим, что было. А продавец то ли был уже, то ли он смотрел за ней, я не знаю. И, короче, он бежит, ее за руку вот так хватает, хотя я не знаю, в Германии так принято или нет, типа, стоп, вот так он схватил ее, типа, где ребенок, почему он убежал, короче, это капец было. И потом я уже стою на кассе, уже смотрю, уже стою, рассчитываюсь, уже полиция стоит, там мама, типа, делает цирк, ой, типа, что это, ну, короче, я же не понимаю, что она там говорит. Тот ребенок такой стоит в слезах, тот, типа, пожалейте меня. Короче, я так поняла, что ребенок обворовал что-то, ну, украл что-то в магазине. Мама сказала уйти, а она брала продукт и пошла на кассу, типа, рассчитываться, а ребенок пускай подождет. Только я одного не пойму, а как ребенок прошел, я просто этого момента не видела. То ли людей было много на кассе, и он как-то пролез, и я не знаю, с чем он был, я не видела. Он, походу, что-то украл, либо себе в куртку или что поставил, ну, девочка там была. А она себе спокойно вообще, получается, пошла и рассчиталась для вида, типа, вот. Я этого не понимаю. Потом, короче, я уже стою на кассе, смотрю, уже быстро полиция, не знаю, рядом что ли было. Уже полиция приехала, типа, стоит полицейский, типа, она стоит, и она плачет, типа. И он составлял ей протокол, или как это, заявление, не знаю, называется, штраф. Ну, чтобы она штраф, наверное, платила, или деньги отдала, или что. Ну, короче, я была в шоке. О том, как все вот так, схема за схемой, я не знаю, как это было, но ребенку реально годиков 3-4, и представь, к чему мать учит ребенку, чему учит мать ребенку, чтобы ребенок по жизни вот так всю жизнь ходил, воровал, ну зачем так делать, ты это делаешь, так делай, ну зачем опучивать трехлетнего ребенка, у меня в голове просто не вкладывается, я вообще, ребята, этого не понимаю. Шок-контент. Я когда это увидела, подумала, да уж, по-любому, потому что полицейский, ну, раз составлял что-то, писал там, типа, папка была, он что-то писал, значит, все-таки воровали, и она плакала. Походу, малая что-то своровала. Я просто сейчас до сих пор в шоке нахожусь. Но это, кстати, не один раз. Мы когда-то с Аней гуляли в центре. Сейчас прошу, чтобы вы меня потом не говорили, как называется этот магазин. Я сейчас неправильно скажу, сейчас, минуту. Аня, как называется магазин? Теке Макс, да, я сейчас узнала. И вот, короче, мы ходили, выбирали с Аней, ну, вещи, ну, кто знает, типа, это брендовые вещи, типа, секонд-хенда, только новые. Новые брендовые вещи. Это, ну, не считается как секонд-хенд, а как новый секонд-хенд, типа, с новыми бирками, все, там, не знаю, размеры или что там. Вот я в этом не разбираюсь, ну, короче, не суть. Я думаю, кто ходит в этот магазин, все знают. Так вот, короче, несколько раз мы тоже попадали, ну, нам попадалась то ли женщина, то ли мужчина, полицейские, которые заходили, их в наручниках даже, чтобы вы понимали, мы ходили в магазин, в наручниках выводили женщину. Я была в шоке. И это не первый раз, когда в тот магазин, типа, много полицейских приходят и обсматривают, типа. Я не знаю, почему камеры, что ли, не работают, хотя странно, ну, по-любому они работают, я видела. Ну, просто, походу, тут реально крадежка такая конкретная везде, в торговых центрах, считайте, ну, для меня это шок. Но самое интересное, меня удивила сейчас ситуация, как все продумано, как мать заставляет трехлетнего ребенка своего красть. Вы представляете, насколько это? Я не представляю. Во-первых, что я ребенок испытывать, а то и маме посрать. Я не знаю, что ей там штраф, не штраф будет, или как вообще с этим. Ну, просто зачем такое делать? Как ты воспитываешь ребенка, тебе вообще посрать? Если тебе на него посрать, то типа делай это сама. Все, я этого не понимаю. Короче, это
был просто какой-то ужас, я до сих пор не могу поверить, и таких ситуаций, походу, здесь много, в том числе я попадалась в такую ситуацию, когда меня обокрали, у меня своровали 100 евро, я вам уже рассказывала на моем YouTube-канале. Так что для меня это уже теперь окончательно стало неудивительно, я реально не удивляюсь этому все, насколько в Германии с этим все так. Напишите, ребята, видели ли вы такие ситуации, попадали, типа, ну не вы попадали, может вы видели, как кто-то кого-то воровывает там, или что-то такое происходило, как наподобие у меня, я реально до сих пор в шоке, и у меня в голове не укладывается, как можно так воспитывать ребенка. Фух, так, ребята, на этом у меня все. Жду вашу подписку, ваш лайк, ваш комментарий. Пишите, не забывайте нас, мы на связи. Всем пока, все любим.